И вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Телеграм. А почему вы считаете, что когда обращаетесь к человеку на «вы», то тем самым ставите его выше себя? Это было актуально в те времена, когда в России официально существовали сословия. Конечно, общество как было, так и осталось сословным, но как должны обращаться друг к другу люди разных сословий, законы сейчас уже не регламентируют. Например, посмотрите по телевизору, как нынешний царь общается с народом. Он всегда обращается к людям на «вы», но это совершенно не значит, что он их ставит выше себя. Когда вы обращаетесь к человеку на «вы», то тем самым проявляете к нему уважение. И делаете вы это в первую очередь в своих собственных интересах. Например, вероятность того, что официант плюнет вам в еду, пока будет нести ее с кухни, гораздо меньше, если вы будете относиться к нему уважительно и обращаться на «вы», чем в том случае, если вы сразу дадите ему понять, что смотрите на него как на говно. И, например, когда вы случайно толкнули кого-то плечом на улице, ситуация может развиваться совершенно по-разному, в том случае, если вы скажете «извините, пожалуйста» или «смотри, куда прешь». Безусловно, когда вы разговариваете с женщиной на «вы», то это создает между вами определенную дистанцию. Но тут надо уже смотреть по ситуации, когда эту дистанцию можно сокращать и переходить на «ты». Ведь для того, чтобы бабу трахнуть, одного вашего желания мало. У нее тоже должно быть желание, чтобы вы ее трахнули. Но если вы к незнакомой или мало знакомой женщине будете сразу обращаться на «ты», то, скорее всего, желание, чтобы вы ее трахнули, у нее сразу пропадет, даже не успев возникнуть.